Сейчас сроки называют 15 июня. Соответствующее постановление подписал глава Миасского городского округа Григорий Танких. Кроме того, 15 июня – начало проведения судебного процесса, дата не окончательная. Это зависит от многих факторов, связанных с эпидемиологической обстановкой. Но на данный момент ни один из пляжей не функционирует официально. Если это кто-то отдыхал на пляже, кто-то делает неофициально, с нарушением, ну, собственно, тех норм права и законов, которые действуют на территории Российской Федерации, в частности, Челябинской области. Напомним, что межведомственная комиссия проводит проверки водоемов, формируется список мест, где будет разрешено купание. Все они должны соответствовать требованиям безопасности. Табличка «Купание запрещено» будет говорить о потенциальной опасности.